Глубоко в лесах Альбиона притаилась деревенька Оквей, нетронутая временем и бурей. Здесь жил один мальчик и его семья. Мальчик, мечтавший о славе, о том, чтобы однажды стать героем. Порой он представлял себя благородным рыцарем и могучим волшебником, а временами видел себя воином зла. Но сколько ни мечтал, он и представить себе не мог, что за судьба была уготована ему на самом деле. Солнце взойдет.